Пройдя 4 аварийных выхода, не обозначены указателем выход. Светосигнальная дорожка на полу укажет к ближайшему аварийному выходу. Выход расположен на 2 носовой части самолета слева и справа, 2 хвостовой части слева и справа. Обратите внимание на ближайший к вам аварийный выход, следите, чтобы подходы к нему были в субботу. This aircraft and tunnel 140 has four emergency airlines. It is on a clear map direct sign. Emergency for light and this is opposite to emergency airlines. The airlines are located to in the front of the cabin, one left and one right, and to doors of the airport, one left and one right. Please know that the stairs to your seat, make sure that all the seats will clear for each 40 in Portland, London. Ремень безопасности. Чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте металлический нагоничник в фляжку. Следите, чтобы ремень плотно прилегал. Чтобы отстегнуть, поднимите крышку замка. Fasten seat belts and seize another one to keep them tight around the hips. Fasten seat belts, lift up the vehicle. Дополнительную информацию вы сможете получить в инструкции по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Пожалуйста, внимательно изучите ее перед взлетом. Additional information can be found on the safety contents in front of you. Please read it carefully. Сейчас, дамы и господа, мы говорим всех взлета. Установите спинки кресла вертикально, закрепите стойки, откройте солнцезащитные шторки. Откройте мобильные телефоны и все электронные устройства, застегните ремни безопасности. Благодарим за внимание, желаем приятного путешествия. Now, ladies and gentlemen, we prepare for takeoff. Please return your seats into the pride position, pull back the tables in front of you, and open window sheets. Switch off your mobile phones and electronic devices to fasten your seatbelts. Thank you for your cooperation and we wish you pleasant journey.
гостям до полной остановки самолета, отключение светового табло и нашего приглашения к выходу. Перед выходом убедитесь в том, что вы не оставите личные вещи в салоне. Будьте внимательны и осторожны при выходе из самолета на трап. От имени авиакомпании «Матерсич» командир Александр Соболев, экипаж, благодаря вам за ваш выбор. Нам было приятно заботиться о вас в течение всего рейса, мы надеемся, что полет вам понравился. Мы прощаемся с вами, желаем приятного пребывания в Запорожье или удачного продолжения вашего путешествия. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в интернете всегда к вашим услугам наш веб-сайт flymatersich.com. С помощью которого вы можете приобрести авиабилеты на регулярные рейсы, а также ознакомиться с новостями нашей авиакомпании. Благодарим за внимание, всего доброго, до свидания. Ladies and gentlemen, we just landed at Zaporizhzhia Airport. That's at number 16, tourists to meet. We ask you to remain seated and keep your seatbelts fastened until the plane is comfortable and stopped. The passenger sign is turned off and requested to leave simply. Before we remove the aircraft, please use the vehicle taken our belongings with you. While on assistance, thank you for choosing Matersich Airlines. It was a pleasure to have you on this aircraft and a competition tourism. The wish you a pleasant stay in the bridge, or if you have on top of the station, the wish you a pleasant journey. Finally, ladies and gentlemen, we invite you to visit us on our website, flymatersich.com. But again, supervise the guests and receive more information about our company. So, goodbye and good luck.